преддверии празднования 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне филиал Кубанского государственного университета реализовал специальный проект «Лес Победы». На территории вуза было высажено 70 берез в рамках акции «Помним всех поименно». Перед началом акции на факультете педагогики и психологии состоялся круглый стол с участием ветеранов и студентов. История Великой Отечественной войны, новые научные взгляды и псевдотрактовки, которую провел кандидат исторических наук, атаман Славянского районного казачьего общества Юрий Емельянов. В ходе подготовки к памятному мероприятию преподаватели, сотрудники и студенты вуза собрали денежные средства на покупку деревьев и подарков для ветеранов. Старт акции «Лес Победы» дал ректор Славянского филиала КУБГУ Антон Яценко. Народ хранит в своей памяти героев не только в образе литературных героев, в сказаниях, легендах, но и в символах и образах, которые мы создаем своими руками. И мне очень хотелось бы, чтобы этот сквер стал сквером и образом памяти о тех, кто сложил свои головы, кто ценой своей жизнью, ценой своего здоровья сделал все для жизни будущих поколений русских людей. Почетными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны Андрей Федорович Беловербенко, Василий Васильевич Вертель, Валентин Афанасьевич Кондра, Василий Васильевич Лысиков, Григорий Ефимович Трегубенко. Также в акции приняли участие председатель районного совета ветеранов Юрий Бабыренко и атаман Славянского районного казачьего общества Юрий Емельянов. В канун 70-летия Великой Победы преподаватели и студенты совместно с ветеранами высадили ровно 70 берез в честь защитников Отечества, погибших, пропавших без вести в ходе военных действий в годы войны. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События».